своем классе они совершенно уникальные. При боевом радиусе 1500 километров самая большая тяговооруженность, укороченная взлет-посадка, больше 7 тонн боевой нагрузки, что для самолетов подобного класса является, ну, так сказать, абсолютным рекордом. Ну и широкий спектр номенклатуры авиационных средств поражения позволяет выполнять любые задачи. Здесь вы видите, мы представили несколько типов АСП. Собственно, здесь мы уже демонстрируем, что самолет является многофункциональным. Как, собственно, сейчас и все авиационные платформы, которые разрабатываются и производятся. А насколько укорочена взлет-посадка в сравнении с предшественниками, может быть? Ну, я не могу назвать конкретные точные цифры, но это несколько сотен метров, которые достаточно важны с точки зрения создания инфраструктуры, взлетно-посадочных полос, эксплуатантов, особенно в тех странах, которые не обладают развитой сетью, которые, собственно, строительство аэродромов – это такой отдельный вопрос. Насколько долго шли вообще к созданию этого самолета? Ну, уникальны здесь еще и сроки создания, благодаря суперкомпьютерному моделированию, цифровой системе, цифровым расчетам, ну и дальше мы будем использовать виртуальные методы испытаний. Самолет создается в рекордные сроки, и наша задача, как мы здесь представили на слайде, в 2026-2027 году начать уже серийные поставки. Поэтому, в принципе, 4 года с момента начала работы достаточно серьезно.